Здравствуйте, друзья! Ранним калифорнийским утром, можно сказать, под дождем, хотя скорее он уже кончился, чем продолжается, я из дома через окошечко снимаю. Вот что получилось, когда землю таки вывезли. Вывезли ее вчера, успели до дождя. Вот там развелась некая грязюка, вот вы видите, да? Развелась грязюка. И лежит еще куча там какого-то мусора. Я не знаю, от чего он образовался. Может быть, это ветки, которыми удерживали полиэтилен. Я не знаю. Но, в общем, какой-то у них там мусор образовался. И вот даже лужи, слушайте, так интересно. Я много-много лет в своей жизни вот такой грязи не видел. Хотя что-то она мне напоминает такое из детства. Такое, здесь ностальгический элемент в этом во всем. Вот так это выглядит. Я пойду попробую с другой позиции снять. Вот мы подошли поближе к дому, к той части дома, где у нас кухня там, и вот пристроенная недавно верандочка там и так далее. Вот вы видите грязюку. Тут еще предстоит работа некоторая. Видите, вот лежит снизу там, можно сказать, фундамент под будущее вот эти вот, да, вот эти вот чушечки бетонные, которые там будут лежать. Вот, так что тут еще какие-то действия будут происходить. Ну вот, вот так пока. А мы сегодня едем, и у нас второй день заключительный тренинга по управлению событиями в жизни. Мы устали, конечно. Я просто с трудом высиживаю столько часов, знаете, на стуле. Мне непривычно. Ну, в целом ничего. В общем, такая вот история.